Почти 5 долгих лет поклонники Ларсоновского «Миллениума» и знаменитой девушки с татуировкой дракона ждали продолжения истории, ведь автор задумывал 10 книг. Но жизнь его оборвалась после триумфального шествия трилогии, так что к четвертой части Стиг Ларсон успел сделать лишь наброски. На исходе 2015-го на книжных полках появляется новая история о девушке-хакере и журналисте от нового автора. Честь дописать бестселлер выпала Дэвиду Лагеркранцу. Такая машина должна также уметь создавать нечто более умное, чем она сама, поскольку ее сумели создать мы. И что же тогда произойдет? Конечно, новая машина может сделать нечто более умное. То же произойдет со следующей машиной, и следующей, и следующей. Для последнего компьютера человек станет не более интересным, чем маленькие белые мышки. Мы достигнем интеллектуального взрыва, не поддающегося контролю. В век цифровых технологий тема, связанная с компьютерами, работы над искусственным интеллектом и хакерством, крайне выгодна. А тут еще убийство с погонями и выстрелами, и непременно модный нынче русский след. Так же, как и в предыдущей трилогии, на переднем месте здесь Лизбет Саландер и Микаэль Блумквист. Их пути вновь пересеклись, их враги опять невероятно опасны, их место – всемирная паутина. Тем не менее, вскоре она встала, села за кухонный стол, взяла ноутбук и, тяжело дыша, вновь попыталась открыть скачанный УНБ-файл. Естественно, сейчас у нее тоже не получилось. Она даже не приблизилась к решению. Рядом с ней сидел Август, неподвижным взглядом смотревший на горы бумаги и мелков, оставленные ему Эрикой Бергер. Но сейчас он был не в силах писать какие-либо серии целых чисел или тем более рисовать убийцу. Возможно, он пребывал в слишком сильном шоке. Если современного хакера не остановить, то, конечно же, большая вероятность быть наказанным. Ну а так их, конечно же, ждут в крупных корпорациях, поскольку они способны на многие. И понятно, что лаборатория Касперского будет искать себе хакера, чтобы сделать из него автора антивируса. Ажиотаж вокруг новой главы от другого автора, конечно, был велик. И, надо сказать, российские издатели изо всех сил старались не отставать от европейского релиза. Может быть, поэтому местами трудности перевода ощущались особенно остро. Иногда создавалось впечатление, что не все главы романа побывали в руках профессионала, а издатели воспользовались автопереводчиком. Но судьба девушки, которая застряла в паутине, куда важнее поклонникам. Так что вперед, издание еще можно найти на полках сети магазинов «Моя книга».